Здравствуйте, вы смотрите телеканал Десна ТВ, в эфире программа «День за днем». Во время недавней пандемии культурная и общественная жизнь перешла в онлайн. В таком режиме работал и историко-краеведческий музей Десногорска, продолжая проводить мероприятия. Одним из них стал мастер-класс «Космическое пространство», приуроченный ко Дню космонавтики. Ребята рисовали картины по просмотру мастер-класса, который проводил наш сотрудник. И также очень интересно прошла игра «Поле чудес». И у нас тоже здесь есть победительница. Итоги конкурса были подведены еще в апреле, но из-за особых эпидемиологических мер победителей удалось наградить только 20 августа. Очень приятно, что вы приняли активное участие в нашем конкурсе. Это первый такой был у нас опыт проведения онлайн-мероприятий. Вот в режим самоизоляции вы и учились, да, дома. Это было очень сложно. Из 33 представленных работ жюри отдало предпочтение 9 юным конкурсантам, чьи рисунки показались в этот раз наиболее интересны. 15 августа прошел открытый десногорский кросс-гандикап «Березка». После долгого перерыва из-за карантина спортсмены с большим азартом вышли на дистанцию. Круг протяженностью в 3 километра проходил по пересеченной местности в районе деревни Генина. Мужчинам необходимо было преодолеть расстояние в 15 километров, 5 кругов, а женщинам 9 километров, 3 круга. На старт спортсмены выходили с гандикапом по возрастной группе, то есть с временным промежутком согласно стартовому протоколу. Результат определялся по приходу участников на финиш. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Смоленска, Рославля, Десногорска и Московской области. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!